Йоу, привет, ты на канале Vyab Music, меня зовут Саша Вустайл, и сейчас мы с тобой посмотрим, послушаем 4 работы SZA Animal Planet, Easy Jiwoo, Shukur Ali, Van Gogh, Tony Raut, Kaonashi, и Pyrokinesis спрашивает нас, да что же романтичного в птичках? Поехали! Ну, нормас. Обработка хорошая. Знаешь, на что похоже? Сейчас. Бля, значит, что же напоминает-то мне, а? Вспомню, скажу. Жесткий тип. Playing games, top-tashing. Я ебал, как PMC, на рассвет мы лин-лин. Сук, пять тестики, ездишь, где нет криш. Несколько бизнеси есть движ, мой брат курит 10 тысяч. За неделю по престиж, я не ищу. Чувак, я ни хрена не понял, что ты сказал. Но ты заговорил и попал прямо в сердце. Кого-то жизнь ставит раком или кого-то жизнь садит на колени. Даже при деньгах ты ебаный лузер, если ты все еще в себя не веришь. Ну, нормально, тип так делает, немножко там с дикцией что-то непонятное было. А так, топчик. То, что никогда не купится за бабло. Со мной бабло, хулигану. Аску Принца напоминает, точно. Каждому свое, руки не суем. Тара-тара-тара-тара, плавно на район. Со мной бабло, хулигану. Каждый день мы днем и ночью крутим. Да крутим, да бабло. Будет пару слов, может будет пару строк. Может не остановить. Этот бешеный поток, знаешь, очень мудрый хуй. Но ему кана, это автотюн. На восток, либо очень далеко. Может, запад заведет, и слышит, это облачный трюк. Значит, сверху салют. Руки в потолок, они дэнсит и пьют. Они стекают под, но она все еще тут. Плуг вдруг задышал, когда мой Бен Флилс. Те, кто не остановился. Те, кто знает свои принципы. Те, кто взял кэш и стилс. Так как добился, шел тупо прямо и не струлил. Громко поднял, тихо спустил. Мир высоток, сейчас же так мил. Я хочу, так что пил. Ну, вроде все круто, вроде кочево, так. Звучание крутое, это важно. Общее впечатление хорошее. На руках и выход, не замечает греет семь. После всех выручает, не опускает Ван Гог. Я как Ван Гог. То, что никогда не купится на Ван Гог. Со мной Ван Гог. Каждому свое, руки не суем. Многих бесит, что я сравниваю постоянно с кем-то. Ну, типа, то, что в голову приходит, как бы, это похоже. Похоже. Я не говорю, что это плохо, просто, ну, напомнило, да. В общем, впечатления хорошие. Топовый трек, я считаю, хорошая такая коллаборация артистов. Jiwoo очень круто стелит ему, кстати, неплохо. Автотюн, да, идет. Изи на вокале хорош, в принципе, на нем мало автотюна. Может, он там и подровняли его мелодайном, да? Звучит это круто. Shukur Ali тоже неплох. Ну, в общем, положительные такие впечатления. Двигаемся дальше. Почему его нигер везет? Ну, прям энергетикой пропитана. Ну,
Одним кадром, да, будет все снято? И он с коляски ствол достала. Четкий флоу у Шизы, нравится мне прям. Голос звучит топово. Чем впарился в небо? Animal plan. Бит разъебистый просто, флоу прям, все четко. Мне нравится этот тип, он круто стелит. Шимсайт. Клипец хороший, все нравится, прям позитивом заряжают такие работы, мне очень нравится. А, стиль такой, A$AP Ferg, как я до этого говорил, я делал реакцию на Шизу уже, на трек Кап Карашка, вот, Шим, Шиза Шим, да? Мне очень понравился флоу, заводной такой, прям битуля, прям долбит, прям разносит. Я думаю, в тачке это просто жесткое качало. Так, а мы двигаемся дальше. Дальше у нас Тони Раут. Где наши? Научился бегать не для того, чтобы ползти потом с годами. Оборванец и тихоня стал нормальным. Это ров какой-то, что ли? Слаб, но я их не понял. Оглянулся назад, там 300 воинов. Я ломал сердца на бале вампиров, танцевал на костях. Я сделал себе дэнс-холл. Разрушьте Антон конструктор, как бы куш взять. Полон мир дерьма, сразу значение придал. Мы на сцене. Это случай, когда трушный рэп запихал на кальянку. Тропосферу, как и капика. Выжимал на катафалке кик-дау. Раут Вильям, Майами, мечта. Ну, что-то смешанные чувства, правда. Смысл крутой, да, то есть флоу крутой, типа, но именно симбиоз вот этот странный. На этом бите Хамали Наваи должны звучать. А сверху маска, я отращивал гриву, ушла вся масса. Брат, покажи мне мир там, где нет боли. У одноразовой жизни искал чекпоинт. Клип атмосферный, да, но опять же, как будто не под эту песню, да? Кровавая мэри, let's go Барби. С дикими дорожками я шел до Hell City. Чувствую, бля, фанаты Тони Раута будут бомбить. Ну, братишка, извини, если ты готов хавать от своего кумира все что угодно, то я его особо не слушаю. И могу сказать, что, ну, смешанные чувства. Респект ему отдаю, дань, короче, но не вот эта работа, да? Для меня. Не знаю, друзья мои. Как я уже говорил, что бит для кальянного рэпа, в который запихали гитару, электрогитару, на нее сверху положили трушный рэп. Ну, это можно назвать самобытным, да, чем-то, но это сложно. Сложно в восприятии, по крайней мере для меня, слушается сложновато немного.
И вы, конечно, можете бомбить, типа, я там, а ты не понимаешь ничего. Я все понимаю, я могу найти положительные стороны, найти хороший позитивный смысл в этом. Но именно музыкальности я в этом не нашел. И в данный момент я не разбираю песни, а просто нравится, нет, качает, нет. И вот эта работа от Тони Раута не очень заходит, да? А дальше у нас пирокинезис. Петухинезис я где-то слышал. С неба падают на землю птицы. Мне понадобится потрудиться, чтобы суть поймать, как мать. Ну, это что-то приятное. Счета, но жаль, что я не орнитолог. Но гнется ваша ветка, тучи пузырятся, дождь слюной течет по перьям, мать пенится в ответ, но только вместо пения птиц вы слышите хихи, хоть убей не... Это разбирать надо по смыслу. Пишите стихи, где вы в небе, как синичка, отлично. Тоже мне, да что романтичного, птичка. Можете мне не объяснять, и ваша мне была скучно, ласточка. Мне как ни крути, вас не понять, и вы в небе, как синичка, отлично. Как синичка. Да что романтичного, птичка. Можете мне не объяснять, и ваша мне была. Битло нравится. Я очень рад, но на любого журавля найдется мальчуган с рогаткой, так что лучше птичку все-таки в руках, и вам под... Строка хорошая. На любого журавля найдется мальчуган с рогаткой. А мне бы перед тем хотелось знать, кто вам наврал о том, что небо не предел. Там вы рухнете балластом. Экранизация крутая. А там, что небо безопасно. И в небе, как синичка, отлично. Тоже мне, да что романтичного, птичка. Можете мне не объяснять, и ваша мне была скучно, ласточка. Мне как ни крути, вас не понять. И вы в небе, как синичка, отлично. Тоже мне, да что романтичного, птичка. Можете мне не объяснять, и ваша мне была скучно, ласточка. Мне как ни крути, вас не понять. И вы в небе, как синичка. Типа, может быть, вы в небе, как синичка. Типа, вы как мечта, но мне вас не понять, типа мне все равно. Надо переслушивать, это такой сложный, да, посыл какой-то. Или наоборот, простой на поверхности, и все одновременно, когда вот это просматриваешь. Сложно, да, догнать. А давай текст почитаем. Я в этом разберусь, я нихуя не понял, но я в этом разберусь. Небо падает на землю птицы, мне понадобится потрудиться, чтобы суть поймать, как Марко Поло. Ах, вы птица еще та, но жаль, что я не орнитолог. Ну, типа, ах, вы та еще птица, типа, отношение к девушке, да? Но жаль, что я не орнитолог, я не интересуюсь птицами. Типа, он что, он пидор? Простите. Ну, типа, а к чему вот это, типа, та еще... Мадам. Но я не по мадамам. Вот это он имел в виду, я не знаю. Но гнется ваша ветка, тучи пузырятся, дождь слюны течет по перьям, а те пенятся в ответ, но только вместо пения птицы вы слышите хихи, хоть убей, не понимаю, как вы пишете стихи. Вынос мозга, да? В небе, как синичка, отлично, тоже мне. Ну, типа, вообще смысл песни я понимаю, типа, ты прям такая вся мечта, тоже мне мечтать. Мне скучно с тобой, хоть и ты вся такая прекрасная, да? Но мне не понять тебя, как ни крути, я другой. Ну и типа вы вся такая птица, вся такая в облаках, но кто вам сказал, что небо безопасно? Ну как по мне, вот я понимаю, это о каких-то высокомерных бабах песня, да? Которые прям фифы такие, не въебаться, да? А он типа такой, детка, ты еще мала и глупа для меня. Вот такой небольшой обзор. Из треков я бы хотел выделить. Что бы я хотел? Я Шизу хотел бы выделить. Очень крутой трек у Шизы. Прям такой кочевый. Тони Раут непонятный для меня трек. Не мой, мимо. Он крутой, может быть, хороший, стильный, там, самобытный, но мимо меня. А пирокинезис, в принципе, что-то необычное, что-то самобытное, но тоже мимо меня. Изи Дживу прикольно.
пару раз можно послушать. Но лидер, естественно, Шиза, Animal Planet. Это прям не нужно ни в чем разбираться. Тебе просто это нравится, тебе просто прет. Спасибо, что смотрел. Меня зовут Саша Вудстайл. Салам алейкум.